Камрады, приветствую всех. У меня в руках одна из самых популярных вещей для охоты на рыбу. Рыболовный комплект для блочного лука, а собственно говоря, для любого лука от PSE Archery. Сейчас я попробую эту штуку собрать, установить на лук и протестировать. Но мне на самом деле больше интересно другое. Вот все покупают там, стреляют рыбу туда-сюда. А как далеко вы можете попасть в рыбу? Я сегодня хочу не только установить эту штуку, я хочу понять, насколько она будет точно стрелять. Начнем. Вот так это крепится к луку. Никаких вариантов тряски не сломит эту конструкцию. Все жестко и крепко. Сама, конечно, катушка выглядит монументально. Чего уж сказать. Сделано с умом. Воспользовался я обычной полочкой. Давайте теперь по шнуру. Вот он отсюда выходит. Я его подвязал узелком к поводку. И поводок идет на стрелу. Вот, собственно говоря, и все. Ничего сложного. В монтаже этой штукенции нету. Останется мне только пристрелять конструкцию и проверить то, что я задумал. Ну а потом мы отправимся на рыбалку. Благо есть куда пострелять. Прошло немного времени, и я пристрелял сей агрегат. Перед тем, как сделать выстрел, надо нажать вот на эту кнопочку. Поднимется ролик и даст свободный выход шнура. Перед вами дистанция 20 метров. Можете меня проверить на честность. Вон кубик, ровно 6 секций по 3 метра. Плюс кубик стоит чуть дальше, и стрелять я буду тут тоже чуть дальше. Ну, в общем, 20 метров. Давайте сделаем зачетный выстрел. Ха, попал прям в яблочко. Попадаю стабильно сантиметров 10 на эту дистанцию. Правда, надо самосовершенствоваться, это никогда не будет лишним. Еще раз напоминаю, перед каждым выстрелом необходимо взводить вот эту штукенцию. Четко. Ну и как пользоваться после выстрела? Вам надо нажать на себя вот эту штуку. И тогда, когда вы будете проворачивать рычажок, автоматически произойдет зажим тросика. Начинаете подматывать. Опа, натянулось. Подмотайте к себе рыбу. Как видите, отличное попадание. Чтобы хорошо видеть в воде, воспользуемся специальными рыболовными очками. Рыбалка состоялась. По итогу могу сказать, отличный, интуитивно понятный, грамотно продуманный рыболовный комплект. У меня не возникло никакого труда все это собрать, установить на лук, и стреляет очень точно. Вот мне было это самое интересное, но вы видели, на 20 метров постоянно я попадаю в 10-очковую зону. Ну это 10 на 10 я так назвал.
То есть, в принципе, вы можете стрелять на такую большую дистанцию по довольно крупной рыбе и уж 100% не промажете. Ну, только если сами не допустите какой-то ошибки. Данный комплект от PSE Archery меня порадовал. Очень хорошо сходит шнур, без задержек. В принципе, наматывается тоже хорошо. У меня не возникло в этом плане никаких вариантов, допустим, бороды. Узлы здесь не образуются. Система, в принципе, работает очень хорошо и слаженно. Если вас заинтересовал комплект, то при покупке обратите внимание еще и на эту стрелу. Это фиберглаз с карбоном. Такая стрела легче. Естественно, она может использоваться для более резвой рыбы или на длинные дистанции. Вот в таком виде вы можете эксплуатировать данный комплект. И, на мой взгляд, это хороший выбор для тех, кто хочет рыбачить с луком. Если было интересно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Возможно, эту штуку мы используем в скором времени на настоящей рыбе.